Ну вот, давайте глянем. Вот такой мусор. Вот трасса Турбогатая, в сторону Турбогатая. Все, то, что здесь. Там мусор. Это вы, люди, едете из города и выбрасываете этот мусор. Я еще могу сказать, что здесь я обнаружила, мы обнаружили собаку. Видите, сколько мусора валяется. Вроде бульдозером еще закопали. Вот она тут лежит в кустах. Почему я-то? Сейчас тебя покормить. Щенятки. Она большая, огромная собака. Там у нее щенятки. Если бы у меня был свой частный дом, я бы ее, наверное, забрала. Но щенятки там, ой, как там много. Не залезть и не посчитать. Да, моя, да, моя. Сейчас, подожди, я вижу, что ты пить хочешь. Пить и кушать. Позор, народ. Позор. Доехать до мусорного бака, выбросить там. У вас, видимо, мозги не соображают. Зато у вас соображают мозги вот здесь вот выбросить возле дороги. Позорники. Ваши духи вас накажут. Потом будете спрашивать, почему у нас все не получается? Почему у нас дети болеют? Или мы сами болеем? Почему? Да потому что вы так поступаете. Там вот. Не крупные породы. Отсюда. Ну, не знаю, дня три, наверное, мотоцикл. Ешь молоко, мамушка. Ну давай. Пока.